Ребят, всем привет! В общем, одно видео, как можно делить ваши заказы и как мы это делаем, я уже снимал подробное, то есть как это происходит. Не знаю, какое видео из этих выйдет первое на канале, на YouTube или в Telegram-канале. То есть все это будет. Времени на монтаж очень мало, поэтому выкладывается по мере там появления у меня времени для того, чтобы это все смонтировать и выложить, короче. Вот. А сейчас у нас вот есть заказик, также он прилетел из города Нижний Новгород и Владикавказ. Уже парни не первый раз заказывают. Здесь у нас получается, кажется, 12 рядов. На сумму там точно не помню, но, короче, около там 300 тысяч рублей, 250-300 тысяч рублей. В общем, этот заказ мы сейчас тоже делим пополам, то есть каждый размерный ряд делим пополам и отправляется часть одна в Нижний Новгород, часть другая в город Владикавказ. И так каждый размерный ряд. Подробно показывать, как это делается, я не буду уже. Посмотрите в том видео. Потом покажу просто по моделям, какие что у нас вообще здесь есть. Сам принцип дележки очень простой. То есть вы договариваетесь там, допустим, со своим другом, скидываетесь деньгами, например, по 100 тысяч рублей, например, скинулись, закупили там какой-то объем разных моделей. Вместо того, что вы взяли на свои 100 тысяч рублей, там, допустим, 5 моделей, вы на 200 тысяч возьмете 10 моделей. Делим потом каждую модель пополам. Повторные размеры ровно пополам. А те, которые не повторные, там по очереди, например, один тебе, другой тебе, короче, и по очереди. Следующий размерный ряд наоборот. И все. То есть, соответственно, этим вы расширяете вот свой ассортимент. Если вы, например, там сделали стеночку с полками в магазине, вы поставите больше моделей. Да, у вас не будет повторных размеров, но зато будет больше моделей, которые вы можете поставить на полке. Вот таким образом вы расширите ассортимент. Пользуйтесь этим, поделите, мы вам поделим. Находите в чате Telegram ребят, которые также хотят закупиться, но какой-то есть ограниченный бюджет. Например, та же сотка, и у вас сотка, вы можете в чате писать, кто-нибудь да найдется, и, соответственно, вы вместе сможете сделать закупку. А я вам это все поделю потом. Все, поехали. Сейчас разделим, в таблицу все запишем, ребятам отчет скинем и потом будем отправлять. А попозже я вам покажу, какие модели вообще здесь. Здесь есть пушечки вообще, прям вот эти вот. От Тома Кацухира, например, вот такие пушечные. Так, друзья, ну и вот, мой заказик разделили, короче. Здесь уже прям места вообще нет, ни хрена. Вот один город, вот второй город. Все абсолютно поровну. И давайте я вам сейчас покажу, какие модели у нас здесь есть. Вот так вот у нас поделено здесь модель. То есть 4 коробки, одна модель, 4 размера, другая модель. И также здесь, например, тоже по 4. И также здесь, тоже вот здесь 4, там еще. Здесь у нас коробочка уже не влезает, поэтому что-нибудь придумаем. И также вот все остальные. То есть у нас получается всего 12 моделей. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 коробок. И давайте вот просто обзорно покажу, какие модели вот ребята заказывают. Вот для тех, кто не знает, что заказывать, вот ребята заказывают в магазины уже, вот продают. То есть они как-то там мониторят спрос, там люди, может, у них спрашивают, либо они там где-то в соцсетях мониторят, смотрят, что продается. Вот, вы тоже это должны уметь делать, мониторить спрос. Не просто меня спросить, а что лучше всего продается. Вот я хочу один размерный ряд заказать. Вот что лучше всего продается, я хочу его заказать, чтобы он прям выстрелил у меня. У вас так не получится, я это много раз объяснял. Вы должны спрос сами мониторить. Я вам могу просто, знаете, вот сказать от балды, там, вот это вот продается, вот это бери, короче, и все. И ты возьмешь, а оно у тебя не будет продаваться. Но оно у тебя не будет продаваться не из-за этого. Оно у тебя не будет продаваться в том случае, если ты рекламу делать не будешь. То есть, если ты ни хера не будешь делать, вот не объявление, короче. Одно объявление люди делают в Авито и думают, что у них продаваться что-то будет. Там надо кучу просто объявлений делать. Вот, поэтому у вас ничего не будет продаваться, если вы не будете это рекламить. Делать там посты, короче, в Инстаграм, например. Делать объявления в Авито постоянно. У вас это не будет продаваться. Я буду в каждом видео, наверное, сейчас об этом говорить, потому что, ну, реально, никто не понимает, короче, то, что, чтобы что-то продавалось, вот чтобы вот эта модель, например, продавалась, ее нужно
Рекламить, 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 короче. Так просто, когда она у тебя на балконе будет стоять, она не будет продаваться. Поэтому, по сути, я вам могу сказать, вот это вот бери, вот могу сказать про самую какую-то ходовую пиздатую модель. Вот, ну, допустим, допустим, даже вот эти вот самбо, они сейчас очень хорошо продаются. Вот, могу сказать, что вот это бери, оно у тебя будет продаваться 100%, у людей у всех продается, короче. Ты, если нихуя не будешь делать, вот нихуя ты не будешь делать, короче, никакой рекламы, она у тебя тоже не будет продаваться. И потом ты мне скажешь, а что ты мне ее посоветовал, типа, это же, блядь, не ходовая модель, короче. Или вот там НБшки, допустим, вот эти 530-е, разлетаются просто у всех, вот просто у всех. Я уже миллион раз это говорил, короче, и заказы, то есть в каждом заказе такие НБшки. То есть люди, которые у меня заказывают, они знают, что продавать, соответственно, вот они заказывают эти НБшки постоянно. То есть это супер ходовая модель. Если ты ее не будешь рекламить, она у тебя тоже не будет продаваться. Вот ты пойми, короче, не будет она продаваться, если ты выложишь тупо одно объявление, которое тебе Авито там предоставляет бесплатное, блядь, или два. И все, короче, ты такой думаешь, блядь, ну дальше типа выкладывать объявление, там Авито же, короче, это деньги типа попросит, что за каждое размещение там, например. Если у тебя не тариф вот этот за просмотры, а за просмотры ты тоже особо не хочешь платить. Ну то есть, как бы ты хочешь не платить и хочешь, чтобы были просмотры, но так не бывает. Вот. И соответственно, у тебя никакая модель не будет продаваться, если ты не будешь делать рекламу. Объявление в Авито, вот это вот все, короче, объявление, масс-постинг в Авито, это тоже реклама. Та, она не бесплатная. Она не бесплатная. Забудьте, друзья, что Авито это бесплатный инструмент. Поэтому, если ты не будешь делать это, у тебя нихуя не будет продаваться. И ты мне потом скажешь, что ты мне посоветовал, короче. А ты любому другому поставщику также скажешь, что ты мне посоветовал, короче. Вот. Не продается. Поэтому, друзья, вот как-то так. Давайте показываю модели, короче. Это такое было отступление. Вот смотрите, вот самбо. Ходовая модель сейчас. В этом году они опять набрали обороты. Не набирают, а набрали уже обороты, короче. Продаются просто пипец. Продаются большими, короче, объемами. Не только эта расцветка, разные другие тоже. Вот, самбо сейчас разлетаются. Я вот тоже думал, что, блядь, кто ее будет покупать, потому что вроде как старая модель уже давняя, древняя, короче. Но нет, она набрала обороты. В этом году мода опять вернулась, продаются, короче, все круто. Кактус Джек. Кактус Джек у нас. Вот эти вот кроссы. Ну, блядь, Кактус Джек, я не знаю, все, наверное, уже знают, какие даже расцветки уже на память должны помнить, какие есть цвета. Вот один из них. Вот. Что такое Кактус Джек? Что такое Трэвис Скотт? Это вы тоже должны сами знать, без меня. Что это коллаборация с рэпером и так далее. То есть это вы все должны знать. Почему Кактус Джек тоже должны знать. Почему на русском написано вот здесь вот. Нет, здесь, кстати, не написано. Есть кроссы, на которых прям на русском написано. Вот. Многие путают, думают, что это типа китайцы там набухались и неправильно написали на русском. Потому что не должно якобы на русском. Но нет. Вы должны это все знать, друзья. Вы должны кроссы продавать не просто как обычный какой-то товар, а вы должны в этом разбираться очень хорошо. Вы должны читать, изучать, короче. Какие-то непонятные вопросы лезть в интернет. Смотреть, короче, почему так, почему вот правильно там свуш нарисован или нашит или неправильно, короче. Правильно там швы идут или неправильно, блядь. Вам эти вопросы все задают, короче, покупатели, которые многие дилетанты в этих кроссовках, где-то там чего-то начитались, вот, в жизни никогда не видели вариги, и, соответственно, кучу вам вопросов задают. Он может вам сказать, а что это такое за хуйня вот здесь вот на Air Max'ах? На Air Max'ах 90-х, ну, такой хуйни не бывает, короче, она не должна вот этого, что это тут нашили такое? Вот, ну, и действительно, Air Max'ы 90-е, которые старые еще, старые, самые первые модели, короче, которые классика, они идут без вот этой херни. И вы в ступор просто станете, почему вот здесь вот свуш, он не до конца вот доходит, да? И так далее. То есть, почему вот по свушу идет шов? То есть, вы должны понимать, что вот это вот уже какая-то другая модель, новая новинка, и она, соответственно, уже идет вот с такой вот дизайнерской, вот это вот все дизайнерская задумка. Вот так, вот эти ниточки, вот здесь свуш, а не посередке, например. И вот всякой дохера такой хуйни, которой вы должны разбираться, короче. Ну и вот модель вот эта.
которую ребята заказали. Вот, потому что любой покупатель вас может просто в ступор, короче, поставить вот такими вопросами. Вот, например, там типа есть же, вот сейчас, вот здесь вот поролон обрезанный во многих моделях, блять. Вот реально, короче, мне недавно мой клиент написал, что у него покупательница из-за этого отказалась, потому что вот там вот обрезанный поролон, блять. Якобы так не должно быть, но она просто... Ну, тупая покупательница, они не знают, что вот это дизайнеры так задумали и так сделали. Модель, короче, беговая, вот эти вот Nike Air Zoom. Вот, это, честно, не знаю, как продается, но так как сейчас лето, вот всегда летом вот такие вот модели хорошо заходят. Они очень легкие, беговые, ничего с ними не происходит, они не расклеиваются никогда. Я сам такие модели носил, и они на такой вот классной пене. То есть очень-очень классные модели и для зала, и для бега по улице. Поэтому летом это можно смело брать, и многие девочки очень любят вот такие модели. И берут их даже зимой, короче, берут в зал. Столько этих вот пегасусов, там зумов, короче, продано уже за то время, сколько я кроссами занимаюсь. Вот это, например, модель. Это XC72 NB-шки. Вот. Очень хорошо продавали зимой. Сейчас не знаю. Вот парни взяли их для теста. Как бы, ну, блин, ну, ребята, как бы мои там разные знакомые говорят, что вот они продаются хорошо. Ну... Надо пробовать, тестировать, короче. Модель прикольная, охеренная. Реально охеренная, блин. Вот нейлончик. То есть это такая не прям осенняя модель, да, хоть они замшевые, но вот здесь вот нейлончик. То есть не будет в ней жарко тоже летом. Вот. Ну, даже если она за лето не продастся у вас, то там через какое-то время наступит осень, и они осенью продадутся. Вот. Ну, то есть... Все не продадутся, если летом, то осенью тоже будут продаваться. Какие-то остатки останутся. Это у нас классика, это даже, блядь, здесь говорить не о чем. Здесь у нас блейзеры, Nike Blazer. Эта модель просто разлетается всегда. Причем уже 10 лет я эту модель знаю, короче, и она разлеталась всегда. И она не уходит с рынка, ребят. Не уходит с рынка, то есть какие-то модели уходят с рынка. То есть не зашли и уходят. Эта модель не уходит. Вот о чем я говорил. Вот этот поролончик, видите? Вот сейчас многие модели так делаются. И это так и должно быть. Это в Ориге тоже так же. Смотрите всегда фотки оригинальных кроссовок. Заходите на сайты, где либо оригинал продают, либо якобы оригинал продают. Вот. Кто как умеет. И там вы увидите все эти моменты, что они так и должны быть. Многие ваши покупатели розничные просто могут не знать. А вы вот должны знать вот эти нюансы. Вы должны просто, блядь, чтобы каждому этому покупателю, дурачку, короче, который вот вам скажет, что там вот что-то не так, не так, как в оригинале. Кстати, блядь, интересно, вот покупают люди не как оригинал, вы им не продаете как оригинал в основном, зачастую сейчас. Это мы раньше так продавали, как оригинал. Вот многие, короче, покупают не как оригинал кроссы, да? Покупают как копию и хотят, чтобы было как в оригинале. Вот логики никакой просто. А вы боитесь им, короче, сказать: слушай, друг, ты что, блядь, оригинал покупаешь, что ли, что ты мне тут мозги ебешь про то, что, блядь, вот там чего-то, допустим, он там узрел, что не так. Хотя на самом деле вот эти все кроссы, они делаются реально, делают их как оригинал для того, чтобы вы могли их продать как оригинал. Это вы просто ссыте их продать как оригинал. Вот, ну такая тенденция сейчас. Так, а, еще вот здесь же у нас получается, вот здесь у нас получается еще по одной модели. Так, ну это я сейчас видели, да, Джорданы показывал. Еще вот, по-моему, Джорданы. Да, такие же Джорданы, только коричневые. Вот. Вот, все то же самое, только другой цвет. Только другой цвет. И все как в Ориге, ребят. Вот эти вот все надписи, все соблюдено, короче, на стельках. На стельках надписи, как положено, короче. Все есть. Запомните, продаем кроссы только те, которые как в оригинале. Еще раз. Как в оригинале. Все как в оригинале. Все. То есть их, в принципе, просто и делают так. Не то, что мы их продаем, их делают так. Все как в оригинале.
это для того, чтобы вы могли их продать. Но вы не понимаете немного, для чего вам такие предоставляют возможности. Брать кроссы, которые как вариги сделаны для того, чтобы вы могли их продать как вариги, или хотя бы как люксовую копию оригинала, и продавать их в Авито по ценам ноунеймов, это, блядь, какой-то маразм реально. Вот Джордан Диор, который в Авито тоже дохера продается, и там вообще есть копеечные какие-то цены прям. Вот. Но многие из вас просто не шарят, не знают, а вы вот это должны знать, короче. То, что у этих кроссовок, например, вот конкретно у этих, да, вы там смотрите в Авито, блядь, всякие вот эти вот копеечные цены, потом смотрите, нихуя себе, ну, то есть у тебя оптом они стоят дороже, чем, блядь, там в Авито в розницу. Ну, вы видите в Авито не то совсем, вы видите в Авито, короче, шляпу полную. Вот здесь вот, это еще не самое люксовое качество, есть еще люкс, там коробка будет такая ебейшая, короче, блядь, белая, по-моему. Вот, короче, вот эти вот кроссы, они должны быть вот с такой вот прозрачной подошвой. А вы видите в Авито хуйню, которая не прозрачная подошва, просто какая-нибудь обычная. Вот, либо такого же цвета, и вот эта вот херня просто здесь нарисована, короче. А вот здесь она полупрозрачная такая, видите, и вот там вот внизу, вот там вот, короче, вот эта вот надпись вся. Вот. И вы думаете такие, нихуя, ну какие у тебя цены, блядь, пиздец, и там у других поставщиков оптовых. Вот, поэтому вам надо разбираться с этим, короче, знать каждую модель практически, да, я тоже сам не все модели знаю, как они там бывают, ну, я просто в процессе, как бы, бывает, что-то узнаю, но нужно это изучать, короче, смотреть, какая модель идет, потому что вы, блядь, смотрите, видите одно, думаете, что у вас тут, типа, разводят, блядь, то же самое, что там в Авито по дешману продается, вам продают, короче, оптом за такие же деньги или даже дороже. Так, и, друзья, вот это вот еще, смотрите, моделька, вот в ебейших коробках, это вот данки Атома Кацухира, блядь. Короче, это вот серия отдельная данков, которые вот, бля, просто охеренного качества. Это просто охеренное качество. Нет, данки все, они охеренного качества. Но вот эти вот почему-то прям, ну, замшевые. Ну, больше всего мне замшевые нравятся. Поэтому, наверное, вау-эффект они какой-то создают. Вот прям реально. Вот берите вот такие вот кроссы, которые прям реально создают вау-эффект. Вот ты их берешь и прям, не знаю, обнять их хочется, короче. Потому что они такие, вот они реально охеренные. Вот два шнурка, короче, дополнительных. Но это, я думаю, уже, наверное, только какого-нибудь малыша можно удивить из Авито, короче. Что два шнурка, у многих кроссовок идет два шнурка в комплекте. Так, НБшки показал, Так, это показал, а еще вон там внизу. Так, вот не помню чего, короче. А, здесь у нас данки, кажется, да, данки, вот, которые, вот эта вот модель. Вот эта модель. Вот. И тоже их очень хорошо покупают. И тоже, блядь, у них вот этот поролон, смотрите. Вот, смотрите, вот эти вот данки. Вот. Ну, если честно, мне модель сама не очень нравится, как бы. Но, блядь, нравится, не нравится, спи, моя красавица называется, короче. Вот тебе, может, эта модель не нравится, но она продается просто пипец с какими-то же объемами. То есть не надо продавать то, что именно тебе нравится. Нужно продавать, вот мониторить, короче. В первую очередь мониторить, что покупают люди. Есть Варста для этого. Есть там в Авито не надо мониторить, потому что там продается все подряд. И там ты не промониторишь, короче. Вот, лучше мониторить там в Инсте, смотреть, что выкладывают разные интернет-магазины. Вот, такие данки. И то же самое, только другой цвет. Это вот белые. Вот. И причем они, кстати, мужские, наверное, больше продаются, чем женские. Статистики никакой нет, все продается. Тут, блядь, статистика пиздец какая должна быть огромная. Там какая-то таблица, если ее делать. Но просто так вот по опыту, короче, больше заказов было на мужские. Хотя и на женские тоже, в принципе.
заказывают и женские. Ты на самом деле не поймешь, потому что это надо все мониторить. Мониторить, пробовать. Не просто мониторить даже, а вот именно пробовать. Вот взял, короче, модель вот такую, знаешь, что модель продается, и вот цвета не понимаешь, какие вот взять, допустим. И берешь, пробуешь, либо тот. Если не зашел, значит, берешь потом другой. Так, ну и в принципе все, короче, по моделям показал. Вот. Теперь, короче, упаковываем это все и едем отправлять в пэк. Все, друзья, оформляйте заказы, короче, в каталог заходите, смотрите там, выбирайте. Если чего-то не нашли в каталоге, пишите, скидывайте модели. Вот эти вот, например, какие-то здесь из... Ну, многие из этих моделей в каталоге у меня не было. Парни скидывают, я нахожу, узнаю цену, все, и заказывайте. То есть, все очень просто. Все очень просто, все, что вам нужно... Мы найдем и вам отправим. Все, давайте на связи. Всем пока.